Хроники коронавируса, удивительно стабильный прирост заболевших, опасные очереди в пенсионном, 20 простуженных школьников в Ичалковском районе, массовые нарушения режима с масками и перчатками и ожидание второй волны. Чем кормят в школе? Замминистра образования России Дмитрий Глушко увидел в Мордовии идеальные обеды для учеников. А как на этот визит отреагировала сеть? В предыдущих сериях обманутые дольщики из Итимара 6 лет ждут свои квартиры. Дом построен уже давно, но вот жить в нем опасно. На заседании арбитражного суда адвокат компании застройщика назвал несчастных людей стадом. Что они на это ответили? Магия цифр. В России теперь можно покупать красивые автономера через сайт госуслуг. Сколько стоят 3 семерочки и на какой парковке в Саранске? Нашли аномально большое количество шикарных сочетаний букв и цифр. Большой ремонт. В Саранске взялись за проспект 70-летия Октября, что уже сделали. Когда и где закроют дорогу, и когда на этой улице наступит праздник. Камила не такая. Рузаевские полицейские не готовы помочь женщине, про которую пишут всякое. На стенах и даже на машине. История из 90-х, за что преследуют риэлтора Камилу. И почему силовики не хотят ей помогать. В конце выпуска поэтический сюрприз от маэстро Белоключевского. В кого попадут острые стрелы его сатиры на этот раз? Скоро узнаем.